Он жил как мужчина и погиб как герой. Глава региона Игорь Кобзев передал орден мужества родным военнослужащего Артема Балсунаева. В июне этого года иркутянин героически погиб в зоне спецоперации. Брат погибшего бойца Павел рассказал, что Артем с детства мечтал стать офицером. Мужчина окончил Усольский кадетский корпус, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ордена Суворова в Улан-Удэ. Принимал участие в контртеррористической операции на Кавказе, в специальной военной операции. За время службы на СВО был удостоен государственных и ведомственных наград. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с мечами, медаль Суворова, медали за спасение погибавших и за боевые отличия. Указом президента Артем Балсунаев награжден орденом мужества посмертно. Тимур, как сын солдата, героического солдаты, которые награждены орденом мужества, можете посмотреть и, понятно, рано говорить, но мы готовы рассмотреть в том числе поступление в Суворовское военное училище. Я уверен, что Артему мое предложение очень понравилось бы, и это было бы достойно с нашей стороны, и, конечно, на ваше решение.